Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня мы приготовим нереально вкусные сочные крылышки. Готовятся очень легко, быстро, просто, а главное из самых простых продуктов. Очень сочные и нежные крылышки получаются. Ну просто по-китайски. Давайте приготовим. Для нашего блюда нам потребуются крылышки. У меня кило 300 по весу. Имбирь грамм 20, чесночок грамм 10. Чайная ложечка паприки, 2-3 столовые ложки меда, чайная ложечка соли. Пиво темное 150 мл. Немного соевого соуса, грамм 50. Острый перчик я положу чайную ложечку. Это уже берете по желанию и по вкусу. Можете делать без острого перца. Мы сегодня готовим крылышки по-китайски. Масло для жарки нам потребуется 2-3 столовые ложки. У меня оливковое, можете взять любое любимое ваше. Идемте к сковородке. Отправляю ложечки 3 масла в сковородку. Я взяла вок. Можно обычную сковородку, но удобнее всего делать это в сковородке вок. Отправлю 2 ложки вот с такими вот горками меда. Вот так. Имбирь натрем на мелкой терочке. Вот так. Чесночок тоже подготовим. Итак, мы все подготовили. Идемте к сковородке. Итак, мед начинает жариться. Это нормально. Зашипело, зажарилось. Отправляем чеснок, имбирь. Вот так обжариваем быстренько. Это буквально все делается минуточка. Пахнет уже хорошо. Теперь вливаем 150 мл пива. Темное у меня, как вы заметили. А 50 мл соевого соуса добавим чуть позже. Отправим сюда чайную ложечку паприки. И, как я и сказала, чайную ложечку острого молотого перчика. Черного по желанию. Я щепоточку добавлю. Буквально чуть-чуть. Соль нам потребуется чуть позже. Так, у нас все закипело. Дадим покипеть нашей смеси минут 5. А этим временем подготовим наши крылышки. Я вот эти хвостики обрезаю. Вот так вот. А у крыльев бывают хвостики. Да. Поэтому берем крылышки больше, чем килограмм. Я беру всегда кило 300 где-то, так как тут отрезаются вот те вот лишние и остается где-то около килограмма. Рецепт найдете под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на Инстаграм, на Яндекс.Дзен. Заходите и подписывайтесь. А теперь отправляем крылышки наши в наш маринад. И сейчас мы их посолим и добавим соевый соус немного для вкуса. Вот так. Берем чайную ложечку соли с небольшой горочкой. 4 ложки соевого соуса, это 50 мл. Вот так. Теперь все перемешаем. И нам надо наши крылышки поварить, потушить. Минут 30-35. Каждые 10 минут будем помешивать. Так это будет тушеный соус? Да, да, да. Наш соус сейчас загустеет, он покипит. Все, накрываем. Как закипят, убавим огонек и тушим минут 30-35. Крылышки закипели, кипят уже минут 15. Перемешиваем. Тушим еще, еще тушим. У нас прошло минут 10. Помешиваем еще разок. Дадим еще 10 минут и блюдо будет готово. Соус, как видите, подзагустел уже. Теперь крышкой не укрываем, чтобы наш соус больше подзагустел. Даем 10 минут и подаем на стол. А пока наши крылышки будут томиться, мы откроем с вами рыбку. Нам ребята прислали от компании «Фишка» опять посылку с рыбой. 7 килограмм, да. Ой, Игорь, опять объедимся. Почему я знаю, что тут рыбка? Потому что там нарисована рыбка. Знаем, какая тут рыба шикарная. Ребята уже нам присылали не раз, поэтому мы очень благодарны им за такой подарок шикарный. Ребята, эта рыба просто словами не передать. Я сейчас вам открою, покажу, какая рыбка. Ну а вы к майским праздникам закажите себе такую рыбку. Я вас уверяю, такую рыбу вы не пробовали. Я все контакты оставлю под видео в описании. Вы зайдите, посмотрите, закажите и попробуйте. О, а пахнет. Так, это чтобы не болтыхалось ничего тут. Боже ты мой. Сколько рыбы, сколько икры. Гляньте, какая икра. Икра шикарная, ребят. Мы тот раз на камеру не открывали, не пробовали. Но мы потом уже, естественно, попробовали.
У меня сейчас слюняш текут. Я не знаю, такая вкуснота. Это просто надо, я же говорю, заказать и попробовать. Ребята, шикарную присылают рыбу. Это... Пива много, я спрашиваю? У меня много. Для меня много. Для смотри, тебя нет. Хоба! Глянь, сколько рыбы, Игорь, для пива. Вон как пахнет, Игорь. А глянь, какая она хорошая, глянь. Не пересохшая. Вот я уже тот раз говорила, вот они такую рыбу присылали. Вяленая. Да, вяленая. Гляньте, сколько ее много. Ой, спасибо вам, ребят. Дай Бог вам здоровья. Рыбу мы вашу пробовали, знаем уже. Поэтому смело говорим, ребят, заказывайте. В тот раз вы не могли вам сказать, заказывайте, покупайте, пробуйте. А в этот раз я говорю смело. И цены приемлемые, и вкус шикарный. Мы говорим вам смело, заказывайте и пробуйте. Почему мы говорим смело? А потому что мы ее уже не первый раз пробуем. У нас уже на канале есть такая посылочка. Ой, 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 ребята, ребята, что это такое? Это что, Игорь? Господи, сколько же ее есть-то она? Кому рыбу, продаю рыбу, покупайте рыбу. И пойдем попродаем ее, знаешь, поди них. Иди сюда. Я просто в шоке, ребята. Открываем. А тут еще вкуснее рыба. Боже ты мой, Игорь, она же светится, гляньте. Вообще рыба, правда, классно. Ой, ребят, спасибо вам огромное. Вы представляете, гляньте, что это за рыбка. Вот посмотрите, что это за рыбка. Вот такая вот рыба. Так, а теперь, знатоки, скажите нам, что это за рыба? Да. Сейчас будет очень много вариантов, я знаю. Я вам оставлю ссылочку в описании под видео на первую коробку, где нам отправляли ребята посылку первый раз. Там рыбы очень-очень много, всякой разной, и копченой, и вяленой, сыровяленой. В общем, всякой рыбы. Так что вы посмотрите и сделайте себе сами выбор. Закажите и попробуйте. Рыба шикарная. Я оставлю ссылочку под видео в описании на контакты. Ну, на компанию «Фишка». Так что заходите и посмотрите. Посмотрите, ребята, на эту рыбку. Посмотрите, какая она замечательная. Ребята, рыба классная. Спасибо огромное. Спасибо. У нас прошло еще 10 минут. Всего у нас крылышки готовились 35 минут. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!